Здравствуйте. Представляем котел варочный на 500 литров, масляный, пульт управления. Кран слива ДУ-65, крышка разбирается на две половинки. Значит, плоское дно, второпластовые скребки по низу и по бокам. Пульт управления, котел масляный. Значит, здесь у нас краники уровня, нижний краник, это средний краник, заливочная воронка, расширительная под масло. Ну и пульт управления с двумя терморегуляторами для продукта. Датчик варен в конце носика. То есть можно сделать минимальную загрузку, литров 100 сварить, то есть будет все видно. Включаем сетевую кнопку. Так, если стоит датчик защиты от перегрева, выставляем в пределах ее 150. Ну и каждый блок у нас получается по 7 кВт. То есть каждый 7 кВт, 14, 21, 28. Это защита у нас от перегрева. То есть если выставляем в пределах, то есть рабочей температуры, загорится красная лампочка варя. Это защита как бы от перегрева. Ну и терморегулятор называем параметры масла. То есть вверх это рубашки, это сырья. По сырью дойдет до верхнего предела, загорится верхний уровень. Сейчас опустим пока, допустим. И плавно подводит педрегулятор. То есть перейдем. Двадцать восемь. Включим сейчас. Нагреем. Так, и значит у нас предусмотрен таймер. Таймер у нас, значит, выставлен на 5 секунд. Через 5 секунд как бы схема полностью отключится. То есть схема отключилась. Мешалка, значит, у нас реверсная в одну сторону регулируется резистором. Потом переворачивается, работает в другую сторону. Все, котел готов к работе.